Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В кабинетах компании EagleBit Trade появилось сообщение от компании. Зачитаю для вас его на русском языке. В этом коммюнике мы хотим проинформировать всех партнеров EagleBit Trade о следующем. Относительно вывода. 6 августа, в следующий понедельник, мы собираемся начать выплаты. Снятие средств будет проводиться только один раз в неделю по понедельникам. Созданные заявки будут обработаны в течение следующих 7 дней. Начало запроса вывода средств в 9 часов по Лондону, универсальное время, или 11 часов утра, московское время, в течение 24 часов. То есть получается, заявку на вывод можно сделать в понедельник с 11 утра Москвы по 11 утра Москвы следующего дня, то есть во вторник. Те, кто не может оформить заявку в понедельник, следующая возможность представится только в следующий понедельник. То есть ждать придется целую неделю. Минимальная сумма для снятия $500, максимальная сумма для снятия $2000. Суммы, которые находятся в статусе ожидания, не будут приниматься во внимание, а также те, которые сделаны не в понедельник, будут возвращены на баланс в бэк-офис. Напоминаем, что это временная мера, пока не будет введена полная автоматизация процесса. Таким образом, все партнеры смогут реализовать свои самые неотложные платежи и задолженности. Новый бэк-офис. EagleBit Trade принял это важное решение после рассмотрения пожеланий лидеров и во благо всех партнеров. Компания при анализе различных трудностей в управлении кабинетом, осуществляемой своей службой IT, то есть отдел информатики, предлагала оптимизацию процессов. Любое новое решение от руководства компании, которое официально было объявлено всем партнерам, собственный IT-отдел, вместо поиска способа реализации находил причины их невыполнения. Ну, для этого есть хорошее слово «саботаж». Таким образом, было принято решение о создании нового бэк-офиса, что необходимо для блага всей семьи EagleBit Trade. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть 100% автоматизацию всех функций. Все понимают, что серьезная работа приведет к получению серьезных результатов. Мы всегда идем к цели, преодолевая все препятствия. Только в этом случае возможен успех для всех наших партнеров. Мы очень благодарны всем партнерам, которые уверены в нашей работе. Благодарим вас за поддержку. Вместе мы сильнее. Джуниор Амарал, генеральный директор EagleBit Trade. Итак, было сделано конкретное объявление, что вывод средств состоится в следующий понедельник, 6 августа. Это, безусловно, хорошая новость. У меня только появился вопрос относительно нового бэк-офиса. Означает ли это, что новый бэк-офис появится на месте старого? То есть мы зайдем в наши кабинеты, а там будет уже обновление. Или нужно будет перерегистрироваться на каком-то другом сайте. Вот это я не совсем понял. Но будем ждать дальнейших новостей от компании. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.